Добрый день, дорогие телезрители. Программы «Нагорная отповедь» в очередной раз, в восьмой. Мы рады вас приветствовать здесь. Несколько слов о хронике текущих событий. В принципе, на внешней арене практически заметных всплесков не было. В Ливии продолжались те же бомбардировки непокорных городов. Американская официальная пропаганда и западная продолжала идеализировать картину освобождения целого народа. И единственная интересная вещь – это, видимо, то, что Российская Федерация заявила о помощи крупным кредитам Кипру, стране, острову, который имеет наибольшую концентрацию российских капиталов. Ну вот это приблизительно, так сказать, внешняя канва. Развиваются события и в Сирии. Мы скоро увидим, что из этого будет происходить. Но сегодня я хотел бы поговорить о внутренних событиях. Они были гораздо более динамичными и интересными. И связанные с новыми назначениями, и с развертывающейся избирательной кампании. Сегодня мы пригласили в нашу студию известного политического деятеля и комментатора, депутата трех созывов от фракции КПРФ Юрия Павловича Иванова, который одновременно является блестящим адвокатом, который защищал в 1991-1992 году компартию, членов ГКЧП, таких как Крючков и другие, а также Рудского, то есть человек, который обладает очень острым видением политических событий и юридическим осмыслением различных деталей, которые вписываются, встраиваются в политические события. Сегодня мне хотелось бы поднять вопрос о политическом спектре, как он выстраивается в период предизбирательный. Юрий Павлович, ну, чтобы зрителям было не скучно, я хотел бы начать, как все вы еще говорите. Все равно, сейчас у нас все допустимо. Свобода и демократия. С совершенно замечательного кадра, который нам НТВ показало, о драке между двумя миллиардерами, когда, значит, бывший третий секретарь советского посольства в Англии и капитан КГБ СВР, а потом впоследствии ставший внезапно очень быстро миллиардером господин Лебедев, ни с того ни с сего заехал в скулу ударом, таким апперкотом, а потом провел еще два удара другому миллиардеру Полянскому, который известен строительством сверхкрупных небоскребов. Правда, он разорился, но на самом деле он, конечно, не разорился. А вот этот политический всплеск, что он мог означать? И почему НТВ так показывало настырно эту сцену? Причем, я должен сказать, я смотрю иностранные телеканалы, все телеканалы взяли именно этот эпизод. Ты знаешь, Александр, мне кажется так, что то, что телевизионщики этот эпизод раскручивают, вопрос прост. Это повышение рейтинга. Плеснули Немцов с Жириновским друг друга там стаканом воды, или там Жириновский в Думе начал какую-нибудь женщину таскать за волосы, это становится, так сказать, эпицентром внимания общества. Обществу это интересно, весело и радостно это смотреть. Поэтому то, что они эту картинку крутят из раза в раз, мне совершенно понятно. Но вот хочется все-таки дать какое-то свое, высказать какую-то свою позицию по этому поводу. Потому что, понимаешь, когда я читаю в интернете это обсуждение, там болельщики разделились. Сторонники Полонского и сторонники Лебедева. Одни говорят, вот кровавая гибня позволяет себе бить в студии человека. Вторые говорят, вот это наглец, который он там молол и правильно Лебедев сделал. Вот я на это смотрю совершенно по-другому. Я на это смотрю с точки зрения вообще парламентаризма, культуры человеческой. Потому что все-таки вот для меня, я скажу честно, что
Мне Лебедев по многим позициям был даже симпатичен. Он был депутатом Думы, я тоже. И вот то, что он говорил, как он голосовал, это было, ну, вполне уместно в рамках, так сказать, той, той ментальности, которой, конечно, он обладает. Но вот ударил он человека установочно кулаком в голову в определенной степени неожиданно, практически без всякого повода. Там что-то говорили о каких-то мордах, это было явно неадекватно. Поэтому, когда вот ты разговариваешь с юристом, у нас особый слух, у нас особые уши. Поэтому, когда ты говоришь, и как и все журналисты, ты говоришь «драка», это не было дракой. Я все-таки различаю драки и избиения. Практически тот упал, потом поднялся, он не пытался оказывать какое-то сопротивление. Ответить, да. Ответить. Вот это такой наглый, подлый удар. И мне очень жаль, что вот этот факт допустил Лебедев. Ну и давай еще не забудем, что в конце концов Лебедев — это один из учредителей «Новой газеты». Это либеральная газета, достаточно интеллигентная, в которой много критических материалов. Это ваш антипод. Газета «Завтра» — это национальная, а там либеральная. Но тем не менее, ну какая-то культура. Мне кажется, он даже в какой-то степени он опозорил свою газету. Вот в этом эпизоде... Я, как это ни странно, я на стороне этого Полонского, который знает, не знаю, ведать, не ведаю, и так далее, и так далее. Я просто вижу, что с подачи Жириновского вот эти плескания водой, удары. Теперь что такое студия? Ведь НТВ – один из федеральных каналов. Ну хорошо, у вас идет острая полемика. Во-первых, запретите появляться там телохранителем. Поставьте свою службу, которая будет растаскивать этих, простите, баранов или оголтелых спорщиков. Вообще, производит все это впечатление такого грязного деяния, низкокультурного, которое, конечно же, нашу страну только позорит. Ну, вы знаете, ты знаешь, я вообще должен сказать, что НТВ, если проанализировать в сквозном порядке передачи, которые они делают, фильмы, которые показывают, это такой культурологический воспитатель свинства, с одной стороны. С другой стороны, когда они прокручивали это избиение или удары, то, естественно, у них внутри была, так сказать, мотивировка не только показать рейтинговую вещь, которая своим свинством притягивает, но и одновременно мне представляется вот эта вся сцена, которая мультиплицировалась на CNN, CBS, Euronews и так далее, показывала, давала возможность показывать Россию как скопище вот таких... Я даже не знаю, как подобрать правильное слово. Это приблизительно то же самое, что Жириновский из себя выстраивает в качестве псевдопатриота и псевдонационалиста, а на самом деле он показывает себя как такую яркую свинью в политическом и моральном отношении. Ну хорошо, бог с ним. Значит, мы не будем пытаться войти в детали, почему Лебедев, может быть, он решил сделать себе дополнительный пиар, может быть, еще какие-то были мотивировки, может быть, это он выпил с вечера и настроение было плохое, кто его знает. А вообще, как ты смотришь вообще на политический спектр, скажем, начиная от либералов, там было еще одно замечательное событие, связанное с Прохоровым, причем я напомню, что поразительность всего контекста событий, которые происходили вокруг Прохорова. Сначала его Кремль вознес наверх, по-моему, даже заставили его, потому что он, видимо, как вот писали многие источники, и не хотел идти, втолкнули в русло политической борьбы, политической раскрутки, а потом вот так по-свински, как использованный презерватив, выкинули, даже не поговорив, что следовало из его заключительного выступления, которое он закончил поразительными словами, что я буду жаловаться президенту. То есть показалось, что фактически он является, хочет он того или нет, все-таки человеком-марионеткой, который может только жалостливо скулить и побежать жаловаться хозяину, что тот его, видите ли, огрел дубиной или там плюнул в лицо. Вот
какая у вас, у тебя эта интерпретация того, что произошло, какие последствия это имеет для либерального спектра нашей страны? Вот знаешь, Александр, я бы тут вначале две коротких такие реплики, а потом, может быть, вот мысль, которая у меня сейчас возникает. Вот если две коротких реплики, то у нас как бы в последнее время вбрасывается такая мысль. Если человек миллиардер или миллионер, это очень умный человек. Эта мысль идет сквозная, но он же в бизнесе, он заработал, он наработал. На самом деле это ничего общего с истиной не имеет, потому что можно быть, как Прохоров, ну, мама врач, а папа руководитель департамента спорткомитета, международного департамента. И офицер КГБ. Да, да, и парниша учится в ГИМО, и, так сказать, то есть он попадает в эту номенклатуру. Нет, он учился не в ГИМО, по-моему, он учился финансовым. Ну, не важно, в финансовом институте учился. Элита, да, элита. Элита. Я не уверен. По крайней мере, я могу тебе сказать, что совсем недавно на экранах телевидения у нас возник кто-то из руководства МГИМО, который рассказывал о тех благодеяниях, о той помощи, которую Прохоров оказывает. Так что я думаю, что если ошибаешься, ну, как говорится, вскрытие покажет. Давай будем говорить немножко о другом. Вот как бы считается, что если у тебя миллиарды, значит, ты умный. Но это совершенно не одно и то же, потому что, знаете, вот, допустим, Абрамовича вообще стараются не показывать на экране. Потому что это очень... Я 2-3 раза доводилось его слушать, это просто, с моей точки зрения, человек совершенно недалекий. Поэтому Прохоров спортивный, малый, конечно, он цивильный, он столичный такой, как, вот, мне кажется, как его именуют, куршевельский денди. Это очень правильно. Конечно, с определенным гнильем, потому что таскать за собой толпы там, проституток, назвав их при этом топ-менеджерами Норильского никеля, ну, это не каждый это сможет. И там где-то стоять в Куршевеле на дискотеке и определять, кто на дискотеку, кого он пускает, кого не пускает. Это вот, понимаешь, ну, поэтому я не причисляю его к числу великих. Другое дело, что когда либералы узнали, что у них будет денежный мешок, они... возрадовались. Они возопили. Да. И очень смешная, интересная фигура. Там есть Надеждин, который говорил, у нас теперь царь и бог Прохоров. Что он решит, то он и будет. Он может исключать из партии, он может принимать в партию. Он все, что угодно может делать. И тут вдруг вот он ударился об эти региональные структуры. Он стал относиться к этому как к бизнес-проекту. Он начал, нанял какие-то пиар-агентства. Те пошли смотреть по регионам. Нашли там замены тем людям, которые там работали. Эти люди начали бунтовать. Он пришел в конфликт со средним звеном партии и с теми, кто был во главе этой партии. И в конце концов эти ребята его с помощью, так сказать, Суркова, собственных интриг, и взяв в качестве предлога там дело Ройзмана, это дело, которое вообще не стоило выеденного яйца, потому что Ройзман был депутатом целый срок, а теперь вдруг они заговорили, на экране появился у них Богданов, тоже такая фигура достаточно анекдотичная, который стал говорить, мы не можем допустить, чтобы на наших рядах были судимы. То есть человек, который там 20 лет тому назад был судим за разборки с женой, какую-то шубу у нее то ли унес, то ли там захватил, не отдавал. Ну, ерунда. Значит, что мы в итоге имеем? Мы в итоге, да, мы увидели унижение этого олигарха. Мы увидели кукловода при Путине и при Медведеве, которые четко определили, что ты олигарх, ты не олигарх, ты будешь шагать в нашем общем строе, шаг лево, шаг право стреляю. Но вот я бы все-таки здесь бы сделал вот теперь две моих основных реплики. Первая реплика. Знаешь, я в последние годы стал немножко по-другому относиться к либерализму. И мое отношение к нему, мы с тобой, может быть, для телезрителей это секрет, мы с тобой давно знакомы, газета «Завтра» для меня святая, ты один из ее тоже творцов и организаторов, поэтому как бы уважаемый мной человек. Но я четко различаю все-таки в либералах сейчас еще два направления. Одно либеральное направление – это люди, которые, может быть, действительно верят в либеральные ценности. По крайней мере, они выступают против Путина и против Медведева. Они стараются защищать права человека. Я не могу не вспомнить Щекочихина или Политковскую, которые погибли. Там, их идеи не соответствуют твоим. Но, тем не менее, я у этих людей усматриваю определенную честность. А другая категория – либералов. Это люди, которые просто бегут у ноги, которым главное набить карман. Они не имеют никаких идей. У них ничего нет, потому что сам по себе либерализм – это историческое течение, такое же, как коммунистическое. Да? У него огромные истоки. Я бы так вот всех огульных грязью бы не замазал. И я хочу сказать, что вот в этом происшествии, вот вторая часть либералов, я не хочу называть там фамилии, хотя можно там те же там Каспаров, Рыжков, условно говоря, Немцов – они не причастны вот к этим Богдановым, Прохоровым,
Вот мне бы хотелось, чтобы мы все-таки немножечко различали, потому что вот так же, как когда коммунистам приписывают Горбачева или Ельцина, вот для меня это фекалии коммунистического движения. Понимаешь, это такие растриги. Вот то же самое примерно и вот эта вот команда, которая там собралась вокруг Прохорова, уж возникшие там откуда-то Алла Борисовна и вся вот эта публика, это просто, она носит анекдотический характер. Ну вот, главный мой вывод, главный мой вопрос, на который ты можешь даже попытаться ответить, вот для меня, он важнее всего. Я придаю огромное значение международному фактору. Для меня совершенно очевидно, что Путину и Медведеву эти результаты выборов, которые они смогут сделать какими угодно, и сам этот парламент, в котором я был 3 срока, и могу сказать, что кроме какого-то доступа к эфиру, этот парламент никакой роли не играет. К эфиру или к кефиру? К эфиру. К эфиру, да? Ну, возможность все-таки выступать, встречаться с аудиториями. Это, конечно, имитация парламентской деятельности. Что у нас авторитарное государство, ворочают там что хочешь. Сейчас этот тандем, этот какой-то невероятный кентавр из Путина и Медведева. Кто-то из них голова, кто-то из них зад. Да? Непонятно, кто там где. Там рыло, здесь копыта, куда не сунешься, тебя везде ударят. Значит, я могу сказать такую вещь, что главное для них – это международные отношения к ним. Америкосов, Запада, как хочешь, за кулисы выражаешься. Ну, деньги, деньги. Да. Деньги где? Да. Там же? Да, деньги там. И, так сказать, родные, семьи неизвестно, там, где, да. Где Путина дочки, там, в странах НАТО, значит, визы получают, жена там где-то пасется, он эту же тему совершенно закрыл нам, не подступись, тут же этот кентавр тебя легнет копытом. Так вот, мне кажется, что создавалось движение Прохорова с одной целью, сделать какую-то смычку между американцами, между Западом и Путиным. Вот он это создавал, чтобы показать, что он положительно настроен вот, к либеральному движению, что ему зря про него говорят, что он нарушает права человека и так далее. И так далее. И вот сейчас эта вся конструкция порушена. Она порушена кукловодом или их правой рукой, левой ногой, какой, она порушена Суркову. И у меня возникает только один вопрос. На кого работает Сурков, когда у него два хозяина, и Медведев, и Путин? С одной стороны, он практически вот этим конфликтом, скандалом, он разрушил попытку создать вот эту перемычку, да, этот мостик, это совершенно очевидно. Это уже не восстановишь, это уже прошло везде. С другой стороны, вроде бы, если он служит больше интересам Медведева, то все-таки была какая-то реальная возможность создать считающемуся большим либералом, чем Путин, Медведеву, создать какую-то, так сказать, группировку. А с другой стороны, это Медведев, которому нужна также эта смычка, ему нужно отстроить какую-то группировку, которая будет представлять его интересы, которая считает его большим либералом, чем Путин. Вот где здесь Сурков? Чей заказ он выполнял? И на кого, по большому счету, он работает? Вот для меня это самый большой вопрос, на который я пока ответа не нашел. Да. Но у меня несколько другая гипотеза, теория, называй как ее хочешь. Она связана как раз не с Сурковым, как теоретиком, как своего рода решение. Мы говорим о разгроме Прохорова. Да, вот я к этому чих сейчас интерес. Подойду. Дело в том, что Сурков, он продумывал и создавал, и создает избирательную стратегему с фабрикациями, с выдвижением одних, урыванием других кандидатов и партий. И, естественно, идея создания фракции в парламенте, в Госдуме, была его идея, которую апробировал Путин и, конечно, Дмитрий Анатольевич Медведев. И мы же по результатам должны судить. А результат сам Сурков оказался в очень неприятном положении, потому что он засвечен, о нем плохо говорят, сорвана вся стратегия, либеральная теория подверглась, ну, подрыву, скажем так, если она не полностью сорвана. В общем, ничего хорошего в этом нет, ни для Кремля, ни для самого Суркова. Тогда задается вопрос, а почему нужно было взять и вот так, как использованный презерватив, выкинуть Прохорова? У меня есть на это ответ. Это иррациональная вещь, связанная с психопатикой Медведева, а может быть Путина. Они, когда создавали фигуру вот этого Прохорова, привлекали его, они считали, что он там будет кучевряжиться, что-то делать, а мы ему подбросим
3-4%, у него будет 7-8%, потому что реально набрать самостоятельно он не мог. И когда он начал развешивать вот эти свои портреты, выступать, привлекать людей, которые отнюдь не из либерального спектра, для того, чтобы расширить выход на избирательный контингент, неожиданно они начали с каждым днем чувствовать. Представляете, выезжают с Рублевки, и везде портреты Миши Прохорова, а он еще не в силе, правда не в силе, а в правде. Такие популярные лозунги псевдопатриотического характера. И я считаю, что это, конечно, медведевская вещь, медведевское решение, которое вызвал Суркова и сказал снять, и снять в течение недели. Потому что если бы это делал Сурков, он достаточно эластичный человек, он бы вызвал Прохору и сказал: Миша, ну откажись, и Миша бы отказался. А здесь они его урыли, так сказать, и окунули мордой в грязь, для того, чтобы снять его как политическую единицу. Более того, я считаю, что кроме психопатического аспекта этого тандема, там был и чисто политический расчет. Дело в том, что Прохоров не только начал говорить о том, что он наберет 15%, но и начал говорить о своих президентских амбициях. А вот ситуация, которую они начали осознавать, я имею в виду тандем копыта и голова, непонятно кто где. Дело в том, что это свежее лицо, проходя в парламент, мог стать лидером оранжевой революции. И это было неприемлемо. И поэтому его надо было урыть вот таким оскорбительным образом, что и было сделано. Вот такая моя теория. А дальше мы посмотрим, как она будет двигаться. Если Прохоров соберет вещички и отвалит в Израиль, или куда он там захочет ехать, поскольку мама у него врач, вы знаете, да? Он гражданин мира. Да. Все то это будет подтверждение, в общем-то, моей теории. Если он дернется и полезет куда-то, вот тогда мы увидим совершенно другую ситуацию. Но вообще-то ни и Путин, и Медведев, и Прохоров – это ягоды одного поля, идеологического поля. Они защищают сложившуюся систему. А как они будут мимикрировать, кого они будут выдвигать, это роли не играет. Но скажем, если мы вернемся к избирательной кампании, какое все-таки у тебя видение, какова расстановка сил между основными партиями, даже вот в этой, я бы сказал, искусственной избирательной кампании? Ну, ты хорошо сделал, ты как бы приговорил меня, а теперь переходишь на другую тему. Угу. Я как адвокат привык, что мое слово последнее. Все-таки, да. Поэтому как бы я бы сказал так, что у тебя такое фридистское обоснование. Да, ну, да, вот, да. Понимаешь, да, там психология и так далее. Так я думаю, что все-таки эти ребята, задумывая эту комбинацию, ну, они вряд ли какие-то там билборды или заявления Прохорова такие достаточно пустые, что он станет премьером или пойдет на премьер. Вряд ли это все могло иметь решающее значение. Но я констатирую вместе с тобой, что крах произошел вот этого, этой попытки оформить либерализм. И теперь остается, ну что им остается, ну, только опять раскручивать Явлинского, который где-то там в Лондоне сидел 4 месяца, здесь не появлялся. Если не 4 года. Да, 4 года. Да, 4 года, правильно поправил. Здесь за него этот Митрохин, бедняга, там в Химкинском лесу мучился. А теперь явление Христа народу, объявился Гриша Явлинский, говорит, вот я опять. И он опять хочет быть в тусовке. Он хочет опять, чтобы Запад расценивал его как некую вообще величину. Он забывает, что на прошлых выборах он набрал 1.5%. Но я вообще не исключаю, конечно, самое правильное нам, подводя за черту, сказать, что надо посмотреть, побачить, что произойдет, потому что так просто от либерализма Путин с Медведевым конечно, отказаться им нужно, не могут. Им нужно еще им один нужен, мостик, да, им нужно что-то, или западному Прохорова, Вашингтонскому обкому. Да, или там какие-то новые фигуры, вот что-то им надо делать. Если же говорить, вот в целом, я, конечно, внимательно отслеживаю предстоящую избирательную кампанию, может, даже в ней приму участие в качестве советника, там есть у меня такие обращения по некоторым конкретным персоналиям. И я скажу, что вообще интриги нет никакой. Вот у нас все время, мне хочется внести одну такую ремарку, у нас ведь все время все говорят административные и финансовые ресурсы. Угу. Причем это так вошло в кровь и сознание всех политиков, что это говорят и либералы, и консерваторы, и националисты, и коммунисты. Все это говорят совершенно спокойно, административный ресурс. Вот
с точки зрения юриста, но который хоть немножко озадачится, чуть-чуть хотя бы моралью, потому что нам термины в основном вбрасывают политологи, журналисты их раскручивают, но с моей точки зрения понятийный, административный ресурс – это совсем не то. Это надо говорить об избирательной подлости, о попрании волеизъявления народа. Потому что нет такого понятия административный ресурс. С моей точки зрения, есть административная подлость, когда сверху вниз звонят, согласовывают списки, указывают, кого избрать, кого не избрать. А интрига этих выборов я пока ее вижу только в одном. Все ясно с «Единой Россией», начислят баллы, все ясно с коммунистами, за ними оставят пятачок. Все более-менее ясно с Жириновским, хотя это настолько вообще позорное явление для парламентаризма России. Вот Жириновский с его этими эскападами, выходками, хулиганствами, что здесь бы я постерегся. Но, по сути дела, вся интрига, на мой взгляд, «Справедливой России». Вся интрига в Миронове, но я не хочу переходить на личности, но, тем не менее, это человек, который отказался войти в Объединенный народный фронт. Человек, который вошел в действительную, а не в имитационную конфронтацию с Матвиенко, потерял из-за этого должность. Человек, который в апреле месяце этого года предложил совершенно конкретные вводить меры против коррупции госчиновничества, предложил ратифицировать 20-ю статью Конвенции по борьбе с коррупцией. Это вообще отдельная большая тема, но, грубо говоря, он вызвал огонь на себя, потому что эта конвенция требует признания нами введения нормы в законодательство о том, что чиновники должны заполнять не просто вот эти декларации, которые они сегодня заполняют, сколько у них чего есть. И мы видим, что там Лужков, Шувалов, там вице-премьер, сын Матвиенко, мы видим, что там гигантские состояния при госчиновниках. Так вот, Миронов предлагает, чтобы они заполняли декларации о расходах. И уголовная ответственность наступает, если расходы не соответствуют доходам. Вот. И это он тоже сам будет заполнять. Поэтому, знаешь, такие вот шаги, которые он предпринял, они могут дать ему определенные баллы очки. И мне непонятно, будут его душить или его не будут трогать. Вот для меня вся интрига сейчас в одном. Что будет со «Справедливой Россией»? И эта интрига для меня еще интересна тем, что надо понять простую вещь. Ведь социалисты, их у нас называют эсерами, это совершенно неправильно, потому что Миронов, его партия «Справедливая Россия» члены Социнтерна. В Социнтерне сейчас 156 партий со всего мира, крупнейшая фракция в Европарламенте. Вот если взять, что из марксизма вышли и социалисты, и коммунисты, потому что Вилли Брандт, Улуп Пальме, они же дни рождения Маркса всегда отмечали, они считаются марксистами. И Бревик, который расстрелял в Норвегии молодежь, он расстрелял социалистов. И Альенде, который сражался с автоматом в руках против Пиночета, это тоже социалист. И вот если я могу сказать, что коммунизм в ленинском исполнении, он в 21 век не попал, даже китайцы уже от него отходят, то социалисты раскрутились, они имеют мощнейшее влияние в мире, и в этом смысле мне совершенно непонятно, что будет в российском парламенте, если туда попадет какой-то бомжовый Жириновский, у которого нет ни прошлого, ни истории, а которого просто раскручивают по всем программам телевидения. А не попадет все-таки движение социалистическое, которое выступает против олигархии, которое выступает за земельную ренту с олигархов, которое выступает за собственность с марксистских позиций. Я к ним отношусь с определенной симпатией, я тебе скажу, на сегодняшний день. Вот судя по тем шагам, которые совершаются, и просто по той причине, что ничего другого нет. Наиболее... Ты представитель для меня национальной оппозиции, не социальной. Это отдельная тема для отдельного разговора. Но вот социальная оппозиция, мне совершенно очевидно, что теперь... Компартия ее полностью не закрывает, а социалисты здесь имеют определенные перспективы. Я во многом согласен, но, опять же, не надо идеализировать западных социалистов. Кстати говоря, спецслужбы американские наиболее успешно работают в среде социалистов за последние 15-20 лет. Это раз. И как раз такие организации, как Amnesty International, они имеют такую социал-реформаторскую подоснову. Кроме всего прочего, суть, конечно, скандала Миронова с мадам Матвиенко, она отвратительна по своей сути, это совершенно ясно. Каким образом комсомольская богиня меняла свои убеждения на протяжении последних 30 лет, сохранялась при любых режимах
И ее назначение на этот пост, в общем-то, это вполне понятно, что она заслужила его верной службой правящей группировке в Кремле. Это понятно. Но еще более отвратительно, конечно, смотреть на Рыжкова, который пел осану Матвиенко и фактически существующему строю. А мы же все-таки помним, что Рыжков был премьер-министром в Советском Союзе и, по идее, должен понимать ту катастрофу, которую переживает наша страна вследствие вот этих экспериментов, начатым Горбачевым и продолженных столь успешно Ельцином и Путиным с Медведевым. А что касается избирательной кампании, я тоже согласен, что, вероятнее всего, она предопределена, но основные политические события будут все-таки, мне кажется, развиваться за рамками этой избирательной кампании, которая окончится в марте 2012 года. Дорогие телезрители, разрешите мне поблагодарить вас за ваше внимание и одновременно сказать, что эта тема не исчерпывается. Я надеюсь, что Юрий Павлович найдет время, чтобы посетить нашу студию, поговорить, подискутировать по этому вопросу и по многим другим проблемам, в отношении которых у него есть свои интересные мысли. Спасибо. Будем отслеживать. Отслеживать кого? Парламент, развитие выборов в России – это одна из, я считаю, актуальных тем в ближайшем будущем. Хотим мы этого или нет. Спасибо.